Здравствуйте, в эфире Десногорска, программа «Страна Росатом». Сегодня в нашем выпуске. Ноу-хау по безопасности. Испытание новых разработок для хранения и транспортировки ОЯД. Эксперимент для ума. В Трехгорном прошла метапредметная олимпиада. О лучших людях отрасли. Мы продолжаем рассказ об атомных оскароносцах. Лица Росатома. Сегодня мы познакомимся с Игорем Кабановым из Лесного. Он расскажет об успехах его команды в решении вопроса качества производства изотопов. Первомайские праздничные дни подошли к концу. Программа «Страна Росатом» вновь в эфире, и мы готовы рассказать вам о событиях атомной отрасли. Начало мая для отрасли ознаменовано новыми разработками по безопасному хранению и транспортировке отработавшего ядерного топлива. Вот вы видите на экранах, как испытывают новые 4-местные пеналы для хранения отработавшего ядерного топлива реакторов типа ВВР-1000. Так называемые бросковые испытания проходят на специально созданном 12-метровом стенде. Пенал – разработка ГХК. Вместо 3 проектных тепловыделяющих сборок в него помещается теперь 4, что позволит увеличить потенциальную емкость хранилища. Еще одна новая разработка – ТУКИ – транспортно-упаковочные контейнеры, предназначенные для безопасной перевозки отработавшего ядерного топлива с станционных хранилищ атомных станций в местах хранения. На Калининской АЭС были проведены первые технологические испытания ТУКов новой конструкции. Применение данного контейнера позволит осуществлять вывоз топлива с бассейна выдержки Калининской станции довольно в ускоренном режиме. То есть мы за раз можем брать в 1,5 раза больше ТВС. Рассчитан на тепловыделение 30 кВт, то есть это несколько больше, чем существующая конструкция контейнера. Мы продолжаем внимательно следить за проходящими этапами физического пуска 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС. Там успешно пройдена фаза установки верхнего блока реактора. Установка верхнего блока – это окончание фазы сборки реактора. Кажется, что агрегат просто висит в воздухе. На самом деле блок медленно движется вниз. Такая скорость необходима для того, чтобы постоянно снимать контрольные данные и иметь возможность регулировать уплотнение. Верхний блок – конструкция, которая плотно закрывает активную зону реактора. Это как герметичная крышка, только весит она более 200 тонн и опускается с помощью мощного крана. Особое внимание уделяется системе центровки, которой в реакторах первых поколений просто не было. Система постоянно совершенствуется. Сейчас точность установки измеряется в долях миллиметра. Для того, чтобы все прошло без ошибок, весь процесс на площадке репетировали несколько раз. Во время пусконаладочных работ несколько раз проводили эти контрольные операции по сборке реактора. Сейчас более ответственно, потому что уже собираемся ядерным топливом. Здесь надо было все, скажем так, до мелочей выставить и уточнить. После окончания сборки реактора будут включены главные циркуляционные насосы. Далее начнутся испытания на критических параметрах. От успеха этих операций и будет зависеть дата включения в сеть инновационного энергоблока нового поколения. Роман Козлов, Роман Пышкин, Нововоронеж, специально для программы «Страна Росатом». «Росатом» стал абсолютным победителем ежегодного рейтинга лучших компаний для работы и карьеры. Рейтинг методом опроса определяет, какие компании завоевали наибольшую любовь и признание на рынке труда. Опрос проводится на базе российской платформы сайта работа.ру и бизнес-издания «Элитный персонал». «Росатом» в 2015 году впервые принимал участие в данном рейтинге. Вот на экране мы видим результаты этого опроса, где госкорпорация в числе абсолютных победителей. Из студии редактор Михаил Полунин. Здравствуйте. Михаил, за счет чего такие успехи? Тут такого однозначного ответа не дашь, факторов много. Но в частности свою роль сыграла и общественная поддержка атомной отрасли. Сегодня хочу обратить ваше внимание на один из последних опросов ВЦИОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Он касался атомной отрасли. Так вот, 58% россиян поддерживают и одобряют развитие атомной отрасли. Хороший результат, не одобряют только 28%. Что же волнует вот этих людей? Чаще всего речь заходит о безопасности, поэтому отдельно оставился вопрос о безопасности атомных станций. Тут результаты еще выше. 73% жителей страны считают современные атомные станции безопасными. Это в среднем. А среди людей высокообразованных эта доля почти 80%.
Третий вопрос, тоже очень показательный. Что людей волнует, когда речь идет об охране окружающей среды? Вот видите, радиационная безопасность 6%, загрязнение атмосферы 27%. Ну, как видите, есть понимание того, что главная беда – это выбросы в атмосферу от тепловых станций и автомобилей. Что касается атомных станций, то они, наоборот, ежегодно предотвращают выбросы в атмосферу миллионов тонн углекислого газа. Михаил, экология – это основная причина, по которой люди поддерживают развитие атомной энергетики? Вот в целом так вопрос не ставил, но по личным ощущениям экология тут ни при чем. Мне кажется, есть понимание, что атомная отрасль – это такая единственная гражданская отрасль в стране, ну, может быть, еще космос, где России не надо никого догонять. Мы и так находимся на передовом рубеже и в науке, и в высоких технологиях, вот по нашей части. Спасибо, Михаил. В Москве состоялся финал 6-го турнира молодых профессионалов «Темп-2016». В этом году в нем приняли участие более 3000 студентов вузов. Конкурс на место в финале оказался небывалым – 50 человек на место. В итоге в финале оказались 7 команд. Они презентовали свои проекты топ-менеджерам во главе с руководителем корпорации Сергеем Кириенко. Первое место было отдано команде «Неаэп» с проектом по разработке опреснительной установки. Ожидания были такими, какими должны быть, и мы заняли первое место. Мы надеялись на победу, и мы победили. Как думаете, что стало залогом вашей победы? Работа в команде. Наша сплоченность. Нам действительно понравилась наша команда, и мы были очень рады работать вместе. В Трехгорном прошел финал метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома». 20 команд школьников из атомных городов России в третий раз приняли участие в сражении умов. Железногорск, слышно. Полярные зори 1, заречный затор. Метапредметная олимпиада уже вошла в новые образовательные стандарты России, но вот на практике с ней познакомились только школьники, участники проекта госкорпорации «Школа Росатома». Корпорация – это корпорация знаний, да, А было бы удивительно, если бы мы это не делали первыми. И наши учителя, и наши дети войдут в этот эксперимент, войдут в этот новый федеральный государственный образовательный стандарт уже опытными, совершенно опытными, и будут на шаг впереди, и сейчас уже на шаг впереди всей образовательной системы. Мы готовы ко всему! Только победа! Задания очень сложные, с одной стороны, а с другой стороны, они очень развивающие. И это интересно. Нужно уметь слушать друг друга, чтобы справиться с этими заданиями. Описывать картины, понимать, что на них изображено. Выбрать нужный вариант решения. Они вот ехали полтора суток, мы сюда ехали, они все время сидели и чем-то занимались. Вопросы, загадки, отгадки, игры какие-то придумали. Вот я бы не вытерпел столько работать. Алло! Поздравляем железногорских школьников с победой. Также поздравляем команды из Новоуральска и Димитровграда, занявшие второе и третье место в метапредметной олимпиаде. Далее в нашей программе новости дивизионов «Росатома», снятые нашими коллегами из пресс-служб предприятий отрасли. Мария Сычева вновь расскажет вам о победителях программы номинации «Человек года «Росатома-2015». И я передаю ей слово. Здравствуйте! Начнем с рассказа о победителях программы отраслевых номинаций «Человек года Росатома-2015». Дмитрий Разбаш, начальник смены Ленинградской АЭС, стал призером специальной номинации «Наставник года». Дмитрий Борисович – один из 9 представителей этой фамилии на ЛАЭС. Теперь носить ее стало еще более почетно. Чтобы зазвучала фамилия, чтобы было к ней доверие, что было к ним уважение, каждый из людей, носящий эту фамилию, вкладывает свою душу. Душу Дмитрий Борисович вложил в каждого из 90 работников, которых успел подготовить за 21 год службы. Наш герой, что называется, кожей чувствует станцию изнутри. Прошел весь технологический путь. Его смена постоянно занимает первые места в производственном соревновании. Воспитал целую плеяду специалистов у нас на станции. В критических ситуациях всегда был впереди, принимал правильные, взвешенные решения. А самое главное – это давать людям. Чем больше ты отдаешь людям, тем больше ты от них получаешь. Ведь в этом и заключается один из элементов счастья, что ты полезен, что ты нужен людям. А нужен – значит, ты должен отдавать. Татьяна Корнишева, Ленинградская атомная станция, специально для программы «Страна Росатом».
Никита Захаров, работник в НИЭФ, получил заветную статуэтку в специальной номинации «На шаг впереди» за разработку специзделия. Но в день церемонии дома его ждала еще одна ценная награда. Сегодня Никита Захаров – начальник научно-исследовательской лаборатории Института лазерно-физических исследований в НИЭФ, а начинал почти 5 лет назад ведущим инженером-исследователем. Достижений на счету работника ядерного центра немало. В 2012 году стал лауреатом премии «Росатома», в 2013 – победителем конкурса на грант президента по поддержке молодых российских ученых, кандидатов наук. Я стал победителем конкурса «Человек года «Росатома» в номинации «На шаг впереди», что является для меня очень большой ответственностью и большой гордостью. Одновременно с этим, в день церемонии награждения, у меня родился второй сын. И эти два события запомнятся мне на всю жизнь. Владимир Крепков победил в дивизиональной номинации «Конструктор». У Владимира уже есть серебро в борьбе за звание лучшего по профессии и победа в конкурсе «Лучший молодой инженер». И вот к ним добавилась главная награда отрасли. Владимир работает в отделе макетирования, моделирования и гидроаэродинамических испытаний АО АКБМ «Африкантов». Одна из основных задач – создание масштабных моделей агрегатов атомных установок. Мы бесконтактными способами измерения проводим измерения таких параметров, как температура потока и скорость потока. Это совершенно уникальные технологии, ее нет в России и, наверное, нет аналогов в мире. Владимир пользуется заслуженным уважением в коллективе и имеет репутацию человека, который погружается с головой в любую проблему, даже если она на первый взгляд кажется пустяковой, и зачастую находит нестандартные пути ее решения. Он всегда в состоянии отстаивать свое мнение, как у себя в подразделении, так и за пределами, представляя интересы подразделения. Это очень важно. Победа в конкурсе «Человек года Росатома» пока что самая значимая победа в копилке Владимира, но совершенно точно далеко не последняя. Евгений Меркушев, АКБМ «Африкантов», специально для программы «Страна Росатом». И в заключении выпуска сюжет о первенстве в семейных состязаниях. Среди сотрудников МСЗ искали тех, кто умеет лучше всех отдыхать. Традиционно дружно, практически в полном семейном составе провели выходной день электростальские атомщики. И бегали, прыгали, шайбы. Очень замечательно. Так укрепляет семью, и дети такие радостные, что с мамами, с папами тут находятся. Малыши боролись наравне со взрослыми, а папа и мама ощутили себя юными сорванцами. Мы здесь участвовали всей семьей. Бегали, прыгали. Брат упал и заплакал, но мы все равно выиграли. Больно. В спорте всегда так. Синяки в спортивных состязаниях – дело привычное. Но на такие мелочи никто не обращает внимания. Главное – уикенд вместе, единой командой. Ирина Жукова, Роман Бородинцев. Специально для программы «Страна Росатом». На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и передаю слово Екатерине Танких. Глава «Росатома» Сергей Кириенко с успехом управляет не только атомной отраслью, но и, как оказалось, союзом боевых искусств. Глава госкорпорации уже 14 лет возглавляет Федерацию айкидо. В этот день в Кремлевском дворце в составе звезд спорта, тренеров, он вручал национальную премию «Золотой пояс» именитым спортсменам единоборств. Он, конечно, может преподать мастер-класс, он занимается много лет айкидо, мы видели его все на татами, и, конечно же, мы очень уважительно относимся к нему как к мастеру боевых искусств. Кстати, Сергей Кириенко федерацию возглавляет тоже неформально. По словам коллег, он сам активно занимается айкидо и обладает 4-м даном. У меня на этом все, я с вами прощаюсь, а у вас впереди рубрика «Лица Росатома» и ее герой Игорь Кабанов, руководитель цеха по производству изотопов предприятия «Электрохимприбор». Он расскажет нам, как вместе со своей командой они смогли в 5 раз увеличить производительность электромагнитной установки. Эффективность, единая команда, уважение, ответственность за результат, безопасность.
На шаг впереди. Ценности Росатома. Два метра в высоту, 6 тысяч тонн. Именно так выглядит уникальная установка, которая производит изотопы, в частности, для медицины. Но дело в том, что производительность этой установки всего лишь 20%. А герой нашего очерка Игорь Кабанов вместе со своей командой провел такую работу, благодаря которой производительность увеличивается в 5 раз. Мы сейчас находимся на самой верхней точке нашего цеха и видим разделительную установку, электромагнитный сепаратор, которая с первого по пятый этаж. Мы сейчас находимся на Урале. Именно здесь, на предприятии «Электрохимприбор», с помощью этой уникальной установки производят изотопы для науки и медицины. Наша задача – модернизация этой установки с конечной целью – это увеличение производительности. Но коллектив нашего цеха считает, что это реально. Специалисты начали свою работу с того, что вместо советского оборудования стали использовать новое французское. А сейчас это он разговаривает с нами, птичеискатель. Начинаются проверки, калибровки. Все, французский. Французский знаете? Нет, мы не знаем. Но у нас есть инструкция. Есть инструкция переведенная. По которой мы это самое работаем. Выучили уже ее, настраивая. Очень удобно, очень хорошо. Наша главная задача – это эффективность, так как это в конечном итоге приведет к снижению себестоимости продукции. Следующая операция – на пульте управления электромагнитной установки. Именно здесь фиксируются все сбои и нарушения в ее работе. Для более оперативного оповещения внештатных ситуаций специалисты решили заменить детали блока на новые модернизированные. А пока у нас идет модернизация, я вам расскажу об интересном факте, связанном с электромагнитной установкой. Особенность в том, что она расположена строго с севера на юг. Это сделано для того, чтобы магнитное поле установки совпадало с магнитным полем Земли для более эффективного производства изотопов. А строилась установка в 50-м году прошлого века. С этой стройки и начиналось строительство всего города. А это центральная улица Коммунистическая. Архитекторы спроектировали ее таким образом, что она тоже расположена согласно электромагнитной установке с севера на юг. Протяженность этой улицы более 3 километра, и ведет эта дорога сразу в цех. Уже 2 часа специалисты меняют блоки. Не все идет так гладко. Надо будет, чтобы произвести монтаж резервный, давай возьми. У нас там есть резервное оборудование. Возьмем штекер оттуда и попробуем соединить. Хорошо. Артем, вытаскивай обратно. При монтаже блока питания отошел штекер, и электромонтер не может установить его на место. Решено заменить резервным. Получится заменить, конечно. Да, то есть это типовая проблема, она сейчас будет решена. Замененные блоки питания открыли новую возможность для специалистов. Теперь начальник цеха сможет на своем месте оперативно отслеживать информацию и вовремя заметить любой сбой или погрешность в работе установки. Есть несовпадение? Нет, теперь я каждый блок у меня на глазах. То есть ты теперь можешь контролировать каждый параметр визуально, и у тебя дополнительные системы оповещения есть. Все результаты сохраняются, можно анализировать процесс. Это повлияет на увеличение выхода высококачественного продукта. Спустя несколько недель кропотливой работы специалисты получили первый результат, и он оправдал их ожидания. Здесь находится стабильный изотоп ИТРБ-176, уже в виде готового продукта и приготовленный к отправке заказчику. Раньше выход готовой продукции за длительный период была всего лишь 1 ампула с продуктом, а сейчас при модернизации установки выход увеличился в 5 раз. Удалось решить сложную техническую задачу. Это очень хороший результат для нас, так как позволит нам сохранить позиции на мировом рынке как поставщиков данной продукции.